Австралии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Затем совместная молитва. Виктория Ямбур, Антиохийской патриархии. You call us to recapture the vitality and freshness of the Christian faith. David Hill, протестантский клирик. Keep us in the truth revealed in Christ. Последовали, к сожалению, и другие мерзости вокруг престола. Разноцветный шелковый плат, приготовленный женщинами разных исповеданий, изображает дух, который якобы осеняет участников. Папский епископ Бит Хедер провозглашает основные принципы Национального совета церквей Австралии. 13 членов его становятся членами через молитву и священнодействие. Итак, это новое сообщество будет своеобразным выразителем того видимого единства, которое Христос желал для Своей Церкви. Список 13 членов Национального совета церквей Австралии. Вместе с англиканами, несторианами, монофизитами, римокатоликами и протестантами, к сожалению, туда входят и три православные церкви. Епископ Серафим, викарий греческой архиепископии в Австралии, представляет Константинопольскую патриархию. Мерзости продолжаются. Вход с Евангелием совершает женщина-туземка-аборигенка. From the Holy Gospel according to John. Как православные икуменисты позволили себе участвовать в этих многократных падениях папистов? Как далеко пойдут они вслед за папистами в их нехристианской политике? Владыка Киприан продолжал: «Самое видное место на этой ассамблее заняло представление молодой пресвитерианки, докторши богословия феминизма из Южной Кореи». Что ж, зависимо от фото, погас свет, зазвучала какая-то странная, напряженная музыка, везде явно азиатская символика, особое одеяние, драматические театральные приемы молодой феминистки, которая провозгласила 18 призваний разных духов, поразили зрителей. И осталось глубокое чувство присутствия Духа Лукавого. Это было что-то бесовское. Вот некоторые примеры богохульных призваний докторши Чан. Гляди, дух Жанны Д'Арк и всех женщин, сожженных как ведьми в средневековье.
гряди, дух земли, воздуха и вод, которые насилуют и эксплуатируют человека в своей жадности к наживе. Гряди, дух освободителя нашего брата Иисуса, замученного и убиенного на кресте. Рядом с духами ведьм, дух Иисуса, заметил владыка Киприан с негодованием. Разве это не хула, вопиющая до неба? Амвон Всемирного Совета Церквей стал амвоном бесов, а православные куменисты там сидят, молчат и участвуют в общих молитвах. И эта южнокорейская феминистка-проповедница не скрывает свое лицо, она смело заявляет. Ο βουδισμός και ο σαμανισμός είναι η μητέρα μου. Ο δε πατέρας μου, ο χριστιανισμός. Βουδισμ και σαμανισμ, моя мать, а отец мой, христианство. Пора говорить о смертном грехе участия православных экуменистов в этих богохульных, языческих деяниях, сказал владыка митрополит. Но как они сами на все это реагировали? Через полгода, в сентябре 1991 года, в Экуменическом центре Константинопольского патриархата в Шамбези, в Женеве, представители всех поместных православных церквей приняли решение в пользу более полного участия православных в экуменическом движении. Владыка-митрополит Киприан окончил свой доклад следующими вопросами. Уже десятилетия мы спрашиваем православных экуменистов, место ли святому православию в организации составлены и все ереси, независимо от того, считают ли они себя христианами или нет. Разве можно представить себе, чтобы святые апостолы молились вместе с еретиками или с идолослужителями своей эпохи? Существовало ли бы христианство сегодня, если бы святые апостолы заменили заповеданную им Господом Богом проповедь о покаянии межрелигиозными диалогами и сотрудничеством с идолослужителями якобы для блага человечества? Уже после всего, что было показано нами, можно ли считать наше противостояние и отказ общаться с экуменистами с вредным фанатизмом? Не становится ли уже ясным, что перед нами стоит вопрос веры и защиты нашего святого православия от самой коварной ереси всех веков? Что происходит у папистов? Какую роль играет политико-религиозное государство Ватикан во взрыве вулкана межрелигиозного движения? Какое участие принимают паписты во всемирной подготовке одной новой всеобщей религии? Целесообразно вернуться в Чикаго 1993 года ко Второму Совету Религий всего мира. В Чикаго, как уже было сказано, христиане не упоминали имени Иисуса Христа. Это было предоставлено верующим в ислам и разным спиритуалистам. Божества, которые пользовались авторитетом, были Изида и Осирис, Аллах, Бахаола, Брахма и Зороастр. Главной целью Второго Совета было, как верно отмечалось, праздновать с искренностью взаимное почтение и богатое разнообразие религий всего мира.
Иными словами, религиозный плюрализм, множество религий, и старых, и новых, включая сюда и христианство, является чем-то положительным и приятным для сторонников межрелигиозного движения. Святые мученики нашей церкви предпочли пролить кровь свою, лишь бы не отдавать какой-либо чести или признания другим богам. Стоило один поклон сделать, и они избавились бы от мучения. Однако сегодня нашлись христиане, которые искренне празднуют взаимное почтение и богатое разнообразие религиозного мира. Какую позицию заняли паписты на втором совете в Чикаго? На этом собрании присутствие папистов было многочисленное и официальное. На уровне епископов, священников, монашествующих и мирян. Заслуживает внимания и то, что среди благотворителей и устроителей собрания в Чикаго был и совет под названием «Монашеский межрелигиозный диалог». Краткое знакомство с сущностью этого последнего, который с особой ревностью поддерживал Второй Совет и очень трудился для его приготовления, покажет поразительное падение западного монашества. Монашеский межрелигиозный диалог имеет уже 25-летнюю историю. Он состоит из бенедиктинцев и трапистов и подчиняется генеральному игумену в Риме и понтификальному институту по межрелигиозному диалогу Ватикана. Какая же у него деятельность? Этот совет занимается диалогом с индуистами, буддистами, мусульманами и иудеями. Под диалогом они понимают разные виды межрелигиозной деятельности, вплоть до того, что дзен-буддистские монастыри и бенедиктинцы каждый год обмениваются монахами для взаимного изучения практического созерцания. Потому что, кроме академических диалогов, существуют и так называемые духовные диалоги, которые в основном